Турнир начнется через несколько минут. Начинаю рассылать инвайты. It has begun. Cyrax, Jax. Люди, как инвайт отсылать другим? Это пробный бой. Не лагает нормально. Скажите, как мне инвайт остальные прислать? Я не понимаю. Как остальным инвайты прислать? В скайпе им кто-нибудь отпишись. There is a new king. It has begun. Все, разобрался, сейчас буду рассылать им инвайты. Так, один зашел.
Заходите, я там несколько человек послал инвайты. Так, там кто зашел-то? Зарегилось вроде. Сейчас отправлю еще. Так. Кому я там не отправлял-то? Так, кого там? Флэт, ты не заходишь? Так, Азер. Он здесь. Грид. Тоже. Так, тут зашел еще. Так, Флэт, отлично. Так. Что-то мне... Скайп пишет. Так. Грит у меня не может зайти никак. Так. Что ты, говорит, ты зайти не можешь. Так, не при... Дангас что-то не видно, он обещал прийти к 7 часам, что-то я его не вижу никак. Какие проблемы? Проблемы не во мне, а в игроках, которых нигде нету. Что ты на меня-то наезжаете? Так, на стриме 11 человек. Короче, не присутствует вот этот Дантер Раус, у него вроде друзья пришли, он не участвует. Участвуют Грид, Мумирах и Флет. По крайней мере, они в онлайне. Больше я никого не вижу. Люди, вы где? Отсутствуют Азера и Дангас. Азер и Дангас отсутствуют. Греда... Короче, жду 5 минут еще. Кто там у нас вышел там? Ждем Грида, сейчас он перезагрузит консоль. Может из-за этого проблему, из-за этого зайти никак он не может. Так, больше никого нет. Ну это пробный турнир по Mortal Kombat, поэтому тут много всяких могут быть проблем возникать. Поэтому не обессудьте. Смотрит нас человек, 13 человек, 12 человек, говорит, перезашел. Не нервничай. Тише, на тебя никто не наезжает. Хорошо. Так, говорит, давай, я тебе шлю инвайт. Так, что-то мне тут отписался, там голос вроде. Мы должны лучше слышно. Так, я отсылаю тебе инвайты. Если не получится, говорит, тебе зайти, то, наверное, без тебя начнем. Ну, 4 человека, это, конечно, мало, но зато меньше лагать будет, я считаю. И как-никак, это все-таки пробный турнир. А пробный он и есть пробный. Вопрос мне задают, как победитель выявляется? Я такую вещь придумал, то есть, играем до 10 побед. Надо 10 побед сделать. Я победу буду считать. Там, в принципе, правила-то написаны все на Fighting Crew. Длительность стрима будет идти час, как только начнется первый бой. Если непонятно, какие правила, зайдите на Fighting Crew.
Я вроде там все отписал. Говорит, а ты что там какую-то создал? Ты зашел, что ли? Все, пацаны. Так, отчет времени сейчас начнется. Так, сейчас посмотрим, сколько он. Так, на часах у меня 19.08. Участвует 5 человек. Кто сколько выиграл? Что я несу? Ну все, короче, пацаны, начинаем. До 10 побед. Не успеете набрать 10 побед? Не успеете набрать 10 побед? Я буду считать, кто сколько раз победил. Если будет ровное количество побед у двух игроков, они играют с друг другом. Ну все, начинаем. It has begun. Cyrax, Jax. Round one. Fight. Первая победа за Азера. Молодца. Give your respect. Кто-то 0 баллов поставил. Че ж вы так, чуваки? We have a new king. Так, стрим сейчас у нас. Cyrax. Sector. Так. О, два робота, круто.
кажется, в этом бою выиграет Азера. У него Саик достаточно сильный. Жалко, конечно, Дангас не успел прийти на турнир. Потому что он такой достойный соперник. Сайрес, конечно, у нас бешеный. Красавчик, красавчик. Такого не обидно проиграть. Какие ресеты делает вообще? Молодца. О, давай, Мумирах, Мумирах, давай, давай. Свои супер комбо делать, красава. Сейчас полное наказание сделать. Ну, промазал, жалко, запорол комбо. Молодец. 1-1 пока, да? Нас смотрит 14 человек. Ну, смотри-ка. Ну, сейчас чувствую, Сарик быстро догонит его. Ну смотри, молодец. Слишком часто, мне кажется, Азера Сайксом использует эту свейка, когда встает. Командный бросок в воздухе, как это называется. Давай, давай, мы. Давай комплекс. Красава, ну хотя бы столько. 25%. Осталось маленько, чуваки, сейчас. Кто же кого он забросал, заспамил его! Так. Сейчас. Ну, Мирек, не тормози. Ну, не тормози. Отлично, отлично. Зрелищный бой. Так. Так, это у нас кто? Муми. Так, у него тоже единичка. Пока по одному очку они набирают. Азер и Мумирах. There is a new king. Пацаны, мы уже начали стрим, вот уже будет нечестно, мне кажется. А кто хочет присоединиться? Конкретно. Думаю, что нет смысла кому-то. Сыграем пятером. Потом, когда турнир там еще будет, может, больше народу будет. Странно, что Флета выбрал Скорпиона. Он играет Сайбер-Забира обычно. Решил, наверное, потренироваться. Come on.
там уже играл-то? Смотри-ка. Ну, решил в играх понтануться. У нас играет ***ка. Конечно, неожиданно, неожиданно. Фаталити сделал. Fatality. Тянет время специально, наверное. Give your respect. Я комментю. Throne defended. А Гудлак моя Машер, это вообще кто такой, вот скажи, представься. Или слабо? Что-то комментирует он. Сейчас попробуем. Так, Гридру, я не помню, кем играет. О, Кунг Лао. Кунг Лао. Тут что-то пишет. Сектор. Ну, он опоздал. Опоздал, сори. Я знаю, кто это. Что за лувер. Он же наверняка на Fighting Crew заходит. Читал сообщение по то, что насчет того, что насчет турнира. То, что он опоздал, вот это турнир. Да. Он мне прислал сообщение. Извини, я сообщение отвечать не буду, потому что идет турнир. Лидирует Грид. Ну, смотри, показывает комбо. Комбо знает, молодец. Зажимает в угол. Сейчас как-то Сайрекс будет выходить, телепортировать. Пошел прессинг. Раунд за Кунг Лао. Ну, это явно. Раунд 2. Файт. Так, у Грида есть шанс. Рандом рулит. Ох ты, смотри, молодец, смотри, уже 50% энергии пытается снес. Ох ты, нормально. Так, момент истины. Молодец. Грид заработает. Одно очко. Я сегодня хоть одно очко-то заработаю, нет? Ну, рыбалов, молодец. We have a new king. Посмотрим, что у меня получится. Round 1. Fight!
Молодец, Кунгао. Так, Грик набирает 2 очка. Give your respect. Пока у нас поровну у Эмираха и у Грика 2 очка, а у Азера 1 очко. Throne defended. В чате у нас там происходят какие-то междоусобицы. Так, отыграли мы 15 минут приблизительно. Осталось где-то 45 минут. Напоминаю, что выиграть в этом турнире надо набрать 10 побед. Сейчас я выиграю. Если будет меньше 10, то побеждает тот, кто у кого этих побед больше. Кунглау. Ну, мне кажется, сейчас Азера с ним все-таки разберется. Кунглау, конечно, больно на голову. 48%, молодца. Раунд 2. Файт. Эти игроки находятся в онлайне. Они не живут в Москве. И, наверное, они не ездят на турнир, поэтому ты их не знаешь. Я не уже посмотрел. Так, кто у нас Грит выиграл? Так, Грит у нас набирает еще 1 очко. Уже 3 очка. Он лидирует. Что-то я не... А, нет. Кунглау. Кунглау у нас пока всех насилует. Выбрал Кунглау. Странно, почему Филет не выбирает Сайбер-Заб-Зиро? И он играет... А, и, наверное, спутался. Опять. Кунглау уже снес пол энергии. Лю Кангу. Но комбо, говорит, хорошо знает комбо. Но в тактическом плане, мне кажется, он слабее играет. Но комбо хорошо знает. Это его очень сильно спасает. Более с Кунглау вообще тяжело играть. Кто-то еще спамер. Так. Наказан был на комбо. Ну... Так, давай. Спорол комбо, но все-таки выиграл, молодец. Ну, мне Джексон тяжело играть.
Поэтому не знаю, как вам. Я-то вообще в Mortal Kombat играть не умею. Это показывает тем, что я еще и на убой не выиграл. Поэтому мне тяжело играть против Кунг Лао. Не знаю, почему он пишет на рекламу. Оказывает полная помощь, что ж ты. О, молодца, молодца, молодца. 18%. О, красава, зажал. Сейчас чувствую X-Rayma с рандомом. Давай, давай, давай. Молодца, молодца. Раунд 3. Файт. Ну все, меня попросили забанить, знаешь, меня убанили. Да. На 5 минут я убанил. Так, кто у нас кровь? Фред победил, молодца. Лю Кэнг выиграл. Так, это у нас кто, Флет? Так, это у нас Флет побеждает. Молодца. Так, зарабатывает 1 очко. There is a new king. Где забанить? Ты его забанил? Как мне в чат-то зайти в натуре, а? New Cyber. Так. Не лагает? Ну, 25 кадров показывает. Не знаю. У кого лагает, это люди у вас с интернетом что-то. О, это кто на сайте не был? Что-то он себе рандом игроками играет, молодца. Белял, в прошлые разы было по-другому. У меня там достаточно слабенький. У меня он кино максимум 15 кадров. Сейчас я с камеры вытягиваю 25 кадров. То есть, насколько возможно, я по максимуму сейчас транслирую. Именно с камеры. Поэтому, мне кажется, гораздо лучше стало. Практически в 2 раза лучше. А насчет того, что качество, ну качество, в принципе, можно, конечно, уменьшить. Но это может сказываться все равно на лагах и на всем остальном. Мне кажется, оптимальное качество я сейчас выбрал. Поэтому мне кажется нормально. Да, он Флет играет кибер. Ну, этим сайботом, как его называют. Он, наверное, специально решил понтануться и показать, что он способен другими игроками. Ну, смотри-ка. Он его любит, что как любит. Так, время 30. Играем где-то 25 минут играем. Смотрит нас 16 человек. Добро пожаловать, тот, кто на стриме попал впервые. Сейчас для тех, кто первый раз на стриме, разнесу турнир. А можно помнить? Сейчас тут 5 человек. Чтобы победить, надо набрать 10 побед. В течение 1 часа. Пока у нас лидирует Брит. Но он
него 3 победы. У Мумираха 2 победы. У Азера 1 победа. У Злета 1 победа. Так, идет хорошо. Так, находим слот на 17 человек. Кто там кого? Да даже все вас... Фаталити, там... Вроде я опять победил... Флет, если я не ошибаюсь. Кто там победил-то? Фаталити! Так, победил у нас... Да, Флет победил. Так, он зарабатывает 2 очка. То есть ему еще раз победить, и он сравняется с Гридом. Так, он сейчас со мной играет. Мне кажется, он сейчас выберет этого Сайбер-Заб-Зира или как его там, не знаю. Надо мне хоть один раз-то победить, в конце концов. Просто я тут, молясь, неудобно, я камеру поставил напротив телевизора, и мне маленько не видно, приходится сбоку смотреть. О, понты пошли, смотрите, понты, пацаны. Решил это. А, так... Надо мне победить, я чувствую, надо. Джакс. Я должен его сбить. Должен сбить его спесь. Ну я ламу. Так, Флеттон зарабатывает еще одно очко. Так, у него уже 3 очка. Пацаны очень в чате пишут.